Племя людоедов поймало Робинзона Крузо. Вождь сказал: мы бы рады отпустить тебя. Но по нашему закону, правовое государство, как у нас в стране, ты сначала должен произнести какое-нибудь утверждение. Если оно окажется истинным, мы съедим тебя. Если оно окажется ложным, тебя съест наш лев. Помогите Робинзону. Да. Меня съест ваш лев. Совершенно верно. Действительно, это известная простая задача. Действительно, нужно сказать: меня съест ваш лев. Так, на всякий случай, если действительно попадете к людоедам или еще куда, что они делают после этого? Сойдут с ума. Доработают законодательство. Классно. Внесут поправку в закон. Вот, даже нас кушать все равно. Ладно, не будем о грустном.